Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог «Нашедети.ру». Итак, сегодня я хочу вам рассказать про такой подарок, который совершенно неожиданно меня ждал на приеме в женской консультации от городской поликлиники номер 3. Сегодня я ходила на прием, вот. Мне там дали заполнить анкету. Анкета это была от фирмы Pampers. Кстати, это моя любимая фирма для подгузников, потому что с первым ребенком я, наверное, на 90% времени использовала именно подгузники этой фирмы. Они мне показались самыми оптимальными по соотношению цены и качества. И вот сегодня так здорово, такой вот красивый пакет. Дорогая мама, поздравляем! Ваше путешествие только начинается. Чтобы получить такой подарок, это было совершенно просто. Нужно было заполнить анкету, указать там свои фамилию, имя, город, затем указать свой электронный ящик, указать название женской консультации, в которой вы получили этот подарок, и предполагаемую дату родов малыша. Я все указала, и мне вот сразу дали такой пакет. Ну ладно, давайте посмотрим, что там есть. Ну, конечно же, тут есть пачка памперсов. Премиум кейр. Премиум кер для новорожденных. До 2,5 килограмм, 22 штуки, 3 впитывающих канала на 12 часов, индикатор влаги, мягкий, как шелк, силки softness. Вот, дышащие материалы. А, вот здесь вот пишут вырез для пупка. Кстати, очень удобно. Я помню, что с первым своим ребенком я тоже брала такие памперсы. Ну, по-моему, они назывались нулевка, что ли. Может быть, нет, может быть, уже мне память изменяет. Там было прям такое отверстие в самом подгузнике для пупочной вот этой ранки, да, для пупка, чтобы не задевалось, не терлось. Но тут я так вижу... Это просто будет специальная выемка такая, да, ложбинка вокруг пупка. Разработан специально для новорожденных с индикатором влаги. Очень приятный сюрприз, к тому же это такой хороший фирм, которую я люблю. Ну, есть тут какие-то методички, давайте посмотрим. А, это еще не все. Подготовьтесь к первым моментам встречи с малышом. Вот такой журнал беременности. Журнал беременности. Я еще его не смотрела, прям при вас распаковываю. Ну, потом посмотрю, о чем там говорится. Может быть, сниму отдельный ролик. И еще здесь идут такие замечательные салфетки. Но салфетки с новорожденным малышом, они вообще никогда не бывают лишними, правда? Срыгивает или там подтереть что-то нужно. Замечательно. Влажные детские салфетки, 12 штук. Я думаю, что тоже хороший сенситив из этой же серии. Вот. Было очень приятно, что фирма Pampers, она сотрудничает, наверное, вот с женскими консультациями. Ну, это, конечно, такой их хороший пиар-ход, наверное, хотя фирма раскрученная, но, тем не менее, я думаю, для молодых мам, особенно ну, для будущих мам, которые только ждут своего первенца и которые не знают, какую продукцию им выбрать, и если им в руки попадется, допустим, именно фирма Pampers, и она им понравится, то, скорее всего, они будут пользоваться только ею и даже не захотят сравнивать. А если и захотят сравнивать, то я могу сказать, что марка это действительно хорошая. И когда я, допустим, просто так ради интереса решила ее сравнить с другими, других я разочаровалась. По сравнению, допустим, с фирмой Pampers. Вот. Ну ладно, всем спасибо за внимание, всем пока.